Туризм в крупнейшем мегаполисе страны растет из года в год. По данным Акимата, в прошлом году в городской бюджет поступило свыше 71 миллиарда тенге с налогов от туристической отрасли. Это в полтора раза больше, чем в 2022. Также увеличивается и объем инвестиций. О туристическом потенциале Алматы расскажет наш корреспондент Гафу Уали. Большинство туристов, прибывающих в Алматы, являются гражданами стран Центральной Азии. Однако растет и количество туристов из дальнего зарубежья. В целом, среди тех, кто интересуется путешествиями по Казахстану, лидируют граждане России, Индии, Китая, Турции и США. Гости мегаполиса отмечают вежливое отношение алматинцев и прекрасную природу. Я и мои друзья в восторге от Алматы. Мы приехали сюда вчетвером. Город поражает своей красотой и гостеприимством. Мы наслаждаемся местной кухней, изучаем достопримечательности и знакомимся с культурой Казахстана. Языковой барьер, конечно, есть, но и мы сами, к сожалению, не так хорошо говорим по-английски. Люди, в принципе, сразу понимают, чего мы от них хотим. Я уже четвертый раз в Казахстане. Эта страна становится все более популярной среди индийских туристов. Однако существует языковой барьер. Если вы улучшите свои знания английского языка, к вам приедет еще больше гостей. У вашей страны огромный потенциал. Здесь красивая природа и очень вежливые люди. Я вам скажу, что у вас тут, да, немножко подороже, чем в России, допустим, у нас. Да, конечно, и продукты дороже, и сервис подороже. Вот, ну а... Не знаю, мне все нравится, я в восторге. Алматы всегда была экономическим и культурным центром Казахстана. Это, в свою очередь, положительно влияет на развитие туризма в городе. Согласно данным городского управления туризма, налоговые отчисления в этой сфере составляют 5% от общего бюджета. В прошлом году объем привлеченных инвестиций превысил 106 миллиардов тенге, что на 47% больше, чем в 2022 году. Для улучшения туристической привлекательности города также была разработана и реализована программа развития сферы услуг. Чтобы соответствовать международному уровню, работаем над, так сказать, повышением квалификации сотрудников именно в городе. То есть это непосредственно работники аэропорта, гиды, кто работает на спарках. Работаем с ними именно в направлении повышения качества английского языка. По словам экспертов, модернизация туристской инфраструктуры не только улучшает условия для туристов, но и приносит значительные преимущества местным жителям, обеспечивая им доступ к улучшенным природным зонам и экономические возможности. В 2023 году в Алматы провели масштабное исследование «Портрет иностранного туриста», которое показало, что туристы во время пребывания в Алматы тратят порядка 1500 долларов. И эти суммы будут расти с развитием инфраструктуры города. Гафу Уали, Сержан Жумабаев, Валентин Лобанов, Хабар, Алматы.